BTS, Blackpink, Twice, EXO и другие молодые артисты продолжают активно завоевывать сердца молодежи по всему миру. Звезды кей-поп-индустрии поют, снимаются в кино и, конечно, танцуют. Этот жанр стал настолько популярен, что теперь и в России проводятся специальные кей-поп-чемпионаты по корейской и азиатской кавер-хореографии. Наши березняковские танцоры выступили на одном из таких и привезли сразу несколько медалей. Этот танец воспитанницы студии Union DC показали на танцевальном чемпионате и забрали второе место. За основу взята хореография известной музыкальной группы BTS. В студии кей-поп направление изучают уже пятый год. За это время в коллективе даже появилась своя команда Geek Haters. Ее лидер Ангелина Любимова отмечает, каждый номер для них особенный. Внимание уделяется не только хореографии, но и костюмам, а их главное оружие – харизма. Мои девочки очень замечательные. Во-первых, у каждого есть способность танцевать. И даже если изначально не очень хорошо получается, человек всегда в танце раскрывается. Мы занимаемся вместе, конкретно сформировавшейся командой, чуть больше года. И уже хорошо узнали друг о друге все. Нам нравится даже иногда просто проводить время вместе. Было немного страшно, потому что, когда я проходила мимо других участников, было заметно, что они намного старше нас. Возможно, они имели даже больше опыта, чем мы, но было напряженно ждать своего номера, потому что мы были по списку 83-й, и мы сидели и выжидали этот момент, ходили, смотрели на другие выступления, поддерживали наших девочек, но мы справились на ура, у нас ничего, никаких конфузов не случилось во время выступления. Выступления на DC Champ принесли березнякам 3 серебряных медали и 1 бронзовую. Воспитанники студии выступали как в командных номинациях, так и в дуэтах. Фестиваль для танцоров престижный, на него съехались свыше 600 участников из 14 городов России. Выступления оценивались по нескольким критериям – музыкальность, синхронность, а также наличие вау-эффекта. Они могут начать так ярко, что зал такой… И этот вот вау-эффект больше всего оценивается, потому что это как энергетика, которая передается залу, судьям, они это оценивают. Ну и еще отдельный градиент за костюмы. Предстоящие выходные у танцоров насыщенные. Студия отмечает свое 6-летие. Участники будут выступать в танц-баттлах по танцевальным направлениям хип-хоп и брейк-данс. Екатерина Зибзеева, Степан Некрасов. Новости Верхнекамья.